наградить орденом Казахстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нурсултан Назарбаев Лукашенко Александра Григорьевича, президента Республики Беларусь. Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу. Я понимаю, что это не только моя заслуга, это ваша любовь и отношение к моему народу. Я знаю, как вы относитесь к белорусам. Народ достойный. Да, более 20 лет я от вас этого всегда слышал. Я очень рад, что вам нравится Беларусь. Вы тоже к вашим услугам. В любое время приезжайте, я буду вас ждать. Что бы ни случилось, в каких бы должностях ни работали, нас связывает больше дружба. Вы правильно сказали, в жесточайшие времена, по самым серьезным вопросам, как бы мы ни спорили, мы всегда оказывались по одну сторону баррикад. Мы всегда защищали наши интересы, а у Казахстана и Беларуси никогда даже полярных точек зрения не было на те или иные проблемы. Поэтому наша дружба будет развиваться.